него, так сказать, все, сказал. Приходил какой-то чувак, молодой такой. Куда? К ним в студию, короче. Он нихуя, что-то он везет в теплицу. Поликарбонат. Бля, это сфотографировать надо сюда. Я много лет прожил, короче, в Якутии с оленеводом. Кушают все, говорит. Даже, говорит, непереваренную пищу в желудке оленя, говорит. У нее кашу варят. Чистый, говорит, белок получается. А, и что, говорит, это, почему, говорит, олень все время перегоняет-то, они же там на, до 500 километров, ну, короче, гоняют, представляете? Ну. Блядь, это не видно. Есть, короче, лишайник, что ли, что-нибудь там кушают. Ягель. Ягель, да, вот. Этот ягель, короче, без него олень, если не ест его, он может сдохнуть, потому что без него ферменты не вырабатывают, которые перерабатывают обычную там траву. А этот ягель, короче, растет по полсантиметра в год, представляешь? Вот они полсантиметра сожрали, они на другое поле, короче, перемещают. Тут вырос за год потом. Своя тоже есть в этом. А кушает, говорит, ничего не варит, так не снарабает. Глаза кушают. Не то, что это нормально. Да на Кавказе тоже яйца, блядь, являются деликатесом, Санек. Да, у нас тоже деревня, и все никак попробовать. Как ты язык пробовал? Язык вкусный, когда его сварят. Да. Мягкий такой. Колбасу еще делать у нас тоже вкусно получается. Ну колбаса везде делают из кишок. Кишки набивают мясом. Специи, сало. Блин, сейчас он на него упадет, мне кажется. Как стакан двадцать, не боятся тебя. Молодец, Алёк, здрасте. Вместе с машиной. Не прокинулся на бок, да? Джет это там гонять боится. Вот машины неубиваемые, перестали подпускать. Вон какие ходят. Да, вот это вот, блядь, сфотографировать жалко, аппарата нет у меня. Так по приколу было, блядь. Телефон да не сфотографируешь далеко, Саш, он отсвечивает. Сейчас остановится. Не успел я.